Такой горячий. Положу в себе карман. Всем хай! С вами Юджин, и мы снова играем в The Long Dark. Короче, такой расклад. Вышел третий эпизод этой игры, третий сюжетный эпизод, и поэтому я вынужден прервать наше испытание, которое называется «Кочевник», чтобы поиграть в третий эпизод и пройти его. Давайте прям сразу приступать, и, как я понял, мы будем играть в нем за Астрид. И чтобы не проходить вот то, что мы уже проходили, и не тратить время, я сразу начну с третьего эпизода, потому что там, скорее всего, мы тем более играем за Астрид, даже не за Маккензи. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть режимы. Вам нужна не только интересная история, но и экстремальные испытания на выживание. Не для слабонервных. Давайте попробуем, мы же профи в этой игре. Чё там париться-то? Как назовите историю? Да пофигу, история 2... Какая разница? Решил пропустить заставку, потому что мы же тысячу раз видели. Это кат-сцена, я ничего не делаю, оно само. Кто это? Это Астрид уже с ружьем? Ну что за фигня, откуда у него ружье? Эпизод 3. Это, кстати, впервые в этой игре такое, что есть кат-сцены, где мы не управляем персонажем. Это впервые такое. Кто это? Люди дохлые валяются. Почему она вообще ушла от нас? Я не понимаю. Может быть, она была вынуждена уйти? Хотя, я не знаю, уже столько дней прошло. Стоп! Нет, это Астрид! Она вылетела! Она вылетела из самолета и упала. Ее просто забрали. А я думал, это она такая, там... Поняла, что выжил, и просто такая, ну ладно, я пошла. Нет, все оказывается оправдано было. Она не могла вернуться к Маккензи никак. Вот и мы. Ну хорошо, они заимпрувили. Получается, игру сделали ее вот так вот уже. И катсценки, анимация поприкольней стала. Серая мать в молодости. Нет, это невозможно. Это рыжая мать, видимо. Значит, жива. Где я? И может говорить. Ты в моем доме. Я нашла тебя в снегу несколько дней назад. Несколько дней? Почти мертвую. У тебя было обморожение и лихорадка. Если судить по этим ранам, ты столкнулась не только с плохой погодой. Я угодила в беду. По другую сторону туннеля. Выглядит как-то эта беда угодила в тебя. Где я? Я же сказала. У меня дома. Ты все еще слаба. Отдохни, поговорим позже. Не-не, я в порядке. Как знаешь. Тогда поговорим. Вот оно как. Вот как устроено. Хорошо, выбираем дом. Единственный вариант. Вы сказали, мы в вашем доме. Как я сюда попала? Я была на охоте. Нашла тебя в снегу. Вернее, под снегом. Ты пролежала там несколько часов. Или даже дней. Ты едва осталась жива. Что ж... Спасибо, что нашли меня. Я Молли. Только благодари не меня. Скажи спасибо Вороне. Вороне? Ага. Ну, или Ворону. Чёртова птица никак не могла заткнуться, привела меня прямо к тебе. Меня как будто ввели за руку. О май год. Меня несли? Вы несли меня всю дорогу? Скорее тащила, в общем, да. Ты выглядела очень плохо. Честно говоря, я не думала, что ты выживешь. Помню только тоннель волков. А, не, так она все-таки пошла, Астрид пошла. Свалила, за мной гнались. Потом я бродила.
Очень долго. Словно целую вечность. Да, в лесу. Темно? Что? Там можно бродить сутками, пока не заблудишься и не потеряешь надежду. И ты уже ни за что не вернешься туда, откуда пришла. Я была в небольшом городке. Милтоне. По другой стороне гор. После разрухи там все плохо. Уже не помню, когда... Да, боже мой. Должно быть, ты прошла долгий путь, раз я нашла тебя в таком месте. Но ты не оттуда. Нет. Весь город Милтон... Он... исчез. Его жители пропали. Большинство жителей... Был пожар, а еще... Так, все хорошо. Теперь ты в порядке. Побереги силы. Ты чуть не умерла. После такого не сразу приходит в себя. Что ж, электричество. Ясно, а давно нет электричества? Ага. Долго еще не будет? Ну, в Отрадной долине часто перебои с электроэнергией. Она вообще не шарит, что происходит. Так что мы готовы к таким ситуациям. Скорее, мы вообще держим ферму на одних генераторах большую часть города. Мы на ферме? Проблема в том, что и генераторы перестали работать. Машины не заводятся, как и трактор. Телевизор не включается, радио молчит. Фактически только старая телефонная линия и дисковый телефон еще работают. Как это возможно? А, это такой, да, типа? Может, дело в том, что в них нет электроники? Телефонные линии проложили еще в те времена, когда возводили ферму. Около 60 или 70 лет назад. Не знаю, как и почему все это еще работает, но оно работает. Это же... Хорошо. Можете вызвать помощь? Свяжитесь с кем-нибудь. Да некому звонить. Здесь больше никто не живет? Тут нет никого, кто согласился бы помочь. Окей. Пожрача есть? Это ваша кухня? Когда я принесла тебя, у меня уже не осталось сил забраться на верхний этаж. И вы устроили для меня ночлег здесь? Электричества нет. Это самая теплая комната в доме. Возможно, мы с тобой живы благодаря этой печке. Маккензи. Наконец-то! Мой самолет разбился прямо в горах. Так я оказалась в Милтоне. Там была я и... друг. Вы летели на одном самолете? Да. Друг хоть выжил? Буря. Волки, я ничего не понимала. Мы разделились. Я потеряла его из вида. Его. Значит, ты его бросила? Да! А затем я попала в беду. Волки и... кое-что похуже. Бич! Ну, я уверена, что он смог выбраться. А! Как ты так уверена? Этот упрямец слишком живуч. Но ты за него волнуешься? Да. Ну, хоть волнуется, спасибо. Еще в самолете осталось то, что мне очень нужно. И что же это? Кое-что важное. Я должна найти его, мне нужно вернуться. Здесь недавно не проходил мужчина? Того, о ком ты говоришь, точно не видела. Но вы кого-то видели, да? Повторяю, того, о ком ты говоришь, не видела. Ну все. Холодильники пусто. Чтобы поправиться, тебе нужна энергия, а значит, нам нужно найти мясо. Скоро я пойду на охоту. Хорошо. Ты останешься здесь. Отдохни еще немного. Ты неважно выглядишь. Так и сделаю. Спасибо. И еще снаружи небезопасно, так что оставайся в доме. Ясно. Я не шучу. Оставайся в доме. Баю-баюшки. Она бросила Маккензи! That bitch! Не одобряю. Не одобряю. Уйти и свалить, и надеяться, что, ну, просто он же живучий, сукин сын. Он сможет выжить в любом случае.
Хотя он, очевидно, позже нее пришел в себя. The bitch! Астрид, твою мать. Ну ладно, у тебя есть шанс искупить вину, потому что я за тебя управляю теперь. А, ты не спишь? Я думала, ты еще не оклемалась. Сумела добыть оленей недалеко от фермы. Теперь мы не умрем от голода. Я слышал свист чайника. Я согревала воду, у нас будет чай и мясо. Звучит заманчиво, должно быть, я иду на поправку. Удивительно, как голод может повлиять на наш разум. Если тебе уже лучше, может, начнешь отвечать на вопросы? Например, какого черта ты вообще здесь делаешь? Это длинная история. Ну, электричества нет уже... Да я даже со счета сбилась. Зато у нас есть холод, смертельно опасные метели, голодные волки. И еще немного чая и мяса. Мы здесь надолго. Так почему бы тебе не скоротать время, рассказав хорошую историю? Значит, история про доктора. Заходит доктор в морг и говорит: вы все мертвы. Я врач. При этом познакомиться, доктор Астрид. Значит, ты боль головной лечишь? Еще и педиатр? Скорее работаю в лаборатории с пробирками, я ученый. Понятно, бесполезно, доктор. Мне нужно добраться до города к северу отсюда. Неотступные мельницы, знаете, где это? Я не часто ухожу далеко, но да, слышал о таком месте. Хорошо, там есть, там больные, и им нужна моя помощь. И я кое-что потерял из-за крушения самолета. Теперь это у моего друга. Да откуда ты знаешь? Мне это нужно, иначе я не смогу помочь им. Значит, эта штука может быть у того упрямца, которого ты бросила после крушения, верно? И та штука, которая тебе так нужна, сейчас находится по другой стороне разрушенного туннеля в горах? Там, где ты угодила в беду? Все так. Знаешь что? Ты ведь добровольно прибыла сюда, на остров Великого Медведя. И? Так себе идея. Ну хоть... Я забыл, как ее зовут. Эта женщина прямо говорит ей: ну ты бросила. А Астрид даже не отрицает и не чувствует вину за собой какую-то. Значит, на севере есть люди. В недоступных мельницах. Неотступных. Чем они больны? Я не совсем уверена. Поэтому я и должна туда попасть. Ну, у тебя же должны быть какие-то догадки. Иначе зачем лететь так далеко? Да, они у меня есть. Но ты, конечно же, мне о них не расскажешь. Я не могу. И та штука, которая тебе нужна, чтобы ей помочь. А нет, ты тоже ничего мне не расскажешь, да? Верно. Да. А ты дама с кучей секретов. Так, когда вы вошли, я слышал, как вы закрывали дверь на замок. Вы делаете так и после ухода? Я заперта здесь? Тебе лучше оставаться внутри. Почему? Там полно волков. И еще холодно. Ты слишком слаба, чтобы идти туда. Поверь, это для твоей же безопасности. Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали, но мне нужно уйти. С мешочком мяса, пожалуйста. Я должна найти друга и вернуться к работе. И ружье видел у вас там. Когда станешь сильнее. Значит, я теперь узница? Повторяю, это для твоей же безопасности. Так смотри в глаза мне. А ваш муж где он? Муж? Кажется, здесь живет еще один взрослый человек. Вот я и подумал, что это ваш муж. Домыслы до добра не доводят. Ты же врач, ты должна это знать. Я не хотела. Не суй свой нос в чужие дела. Но вы только что вернулись. Мне нужен воздух, нужно подумать. Были мы в опасности? Мне жаль. Больше не лезь в мои дела. А сама-то она спрашивает про мои дела. Блин. Похоже, не у меня одной есть тайны. Встаем. Сейчас мы будем как в один дома, да? Нужно будет ловушки строить. Местечко есть здесь в западне? Стоп. Это адская сенса. Сенса просто абасака. Не надо так.
Не надо так вот выбрать, да, хорошо. Ну вот, как-то так, более-менее. Мясо! Мясо! Найдите что-нибудь, что поможет... Что? Что-нибудь, что поможет узнать о Молле. Да, Молле зовут. Немного больно, но я потерплю. Так, где же еда? Мы здесь точно взаперти. Котелок забрать. Это не повлияет на мою репутацию? How much food? Very much. Тихо, не ори. Я не могу ничего рыскать. Я рыскать-то здесь не могу вообще. Так, быстро. Пока она там дышит воздухом. Что случилось с мужем? Она убила его? Да, блин. Починим потом. Может, ствол разорвало? Это потому, что она охотилась на кролика. И он вставил палец, когда она пыталась выстрелить. Он вставил палец прямо в дуло. Скоро мне понадобится аптечка. Так. Ага. Здесь ничего нету. Это и кабинет ее. Нужно три предмета взять, да? Ну, мы уже один нашли. Я не помню, что это за предмет, правда? Так, скорее. Благо, мы знаем отрадную долину. Это наш родной дом, по сути. Ужасные крики боли. О, у меня есть даже возможность. Ну-ка, что? Нет материалов, а мы не можем ничего сделать. Это ее спальня, да? Да что такое, блин? Вывих лодыжки, нужно 4 часа. Но мы поспали, но он все равно не лечится. Окей, и еще 3 часа нужно. А, мы не спали, получается, да, 4 часа. Нам нужно поспать, потом мы вылечимся. Ну ладно. Стоп. Я же ничего не нашел. Воу! А, я думал, это пятно крови. Оторвано. Ну откуда? Цвет, как у моих трусов, красный. Так, 2. Мы нашли 2. Да больше ничего нету особо, я ничего не вижу. Темно. Знаете, необычно видеть этот дом неразрушенным. Посмотрите на него. Эти комнаты. Все в порядке, кровати не разломаны. Видите, этот кабинет тоже вполне себе неплохо выглядит. Я не могу найти третий предмет, я не понимаю, что должен взять здесь. Все виды рыб. Прекрасно. Дверь в подвал? О, этого не было здесь раньше никогда. Покинуть дом. Нельзя. Так, приемник. Черт. Что это? Телефон. Звонок. Алло? Слава богу, ты ответила. Молли? Угадала. Слушай внимательно, докторша. Так. Они меня окружили. Соображают же, сукины дети. Кто вас окружил? Вы в опасности? Кто-кто? Они. Чертовы волки, вот кто. Они загнали меня в амбар. И сейчас пытаюсь залезть внутрь. Но волки обычно людей не трогают. Не трогают. Черт, дамочка, ты меня вообще слушала? Впрочем, неважно. Хорошо. Что я могу сделать? Мне нужно, чтобы ты принесла... Да что? Хотелось бы, но... Вы же меня заперли, помните? Цветочная ваза. А, найди оружейный сейф, возьми патроны для ружья и прихвати старый револьвер для защиты. Волка не остановит, но замедлит точно. Выходи из дома и иди по меткам к амбару. Только давай быстрее, тут работы хватит минут двоих. Скорее, хорошо, уже в пути. Иди прямо к сейфу. И не успеваю. Ладно. Подробности все равно есть. Молли спасла вас от неминуемой гибели. Она из местных и хорошо знает регион. Так что вполне способна помочь вам остаться в живых и найти путь. Окей. А найдите ключ под вазой. Но я еще не восстановилась, Молли. Я не могу к тебе прийти на помощь. Прости меня, пожалуйста. Хорошо. Нам нужен ключ от подвала, и там будут револьверы, которые, как она сказала, не остановит волка. Теперь мы будем это знать. Ваза здесь, да? Это не ваза, это горшок. Вот ваза. У меня такое ощущение от этой Молли, что как будто бы я в фильме «Мизери» нахожусь. Кто смотрел этот фильм? Посмотрите обязательно, Стивена Кинговская экранизация. Хорошо, ключ есть. Гоу, 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 гоу. А, черт подери. Вы только посмотрите, подвал переделали, сволочи. Хорошо. Хватаем. О, она подготовила... к нашему уходу, да? Все одели, все прекрасно. Замечательно. Так, что еще есть, что еще есть? Опа. Флэр. Целая куча их. Одеваемся. Футболка? Лучше одеть худи, который... Да, он будет гораздо лучше, но он, видите, раскоцанный весь. Ничего, мы его залатаем еще чуть-чуть позже. Что тут еще есть? Что это? Почему я дергаюсь? Что происходит? Что? Что это было за... Что это за дрожь была земли? Вот черт. Это фермер. Молли убила его. А что она не сказала про это? Она же знала, что если она дает нам ключ от подвала, мы зайдем и увидим труп. Она хотела как бы намекнуть нам, да, что нефиг оно тут... Стоп, мы можем лечить себя наконец. Да, аптечка. А куда нам нужно аптечку-то применить? На вывих. Бинт. На боль.
эту фигню. Так, наложение повязки есть. И применить. А, да. Я думаю, стоит разломать ящик и сделать себе немножко дров. 15 минут, это фигня. Ну, полчасика потратим, ничего страшного. Все, да. Далее, у нас есть металлическое ведро. Его нельзя юзать. Вот. Револьвер. И патроны для ружья и револьвера. Пожалуй, я это приберегу. Ага. Мы пригрозим Молли. Скажем, что нет, прости, Молли, но мы валим отсюда. Так, спички. Как же плохо видно. 24 спички всего. Давайте одну потратим. Быстренько, 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 быстренько. Есть. О, прекрасно, мы сейчас можем залатать свою фигню. Всю одежду быстрей. Всяким укромным местечком быстренько прошарь. Да, твою мать. Хорошо, давайте последний разочек. Еще одну спичку потратим. Ничего страшного, потом найдем. Не забываем, мы играем на хардкоре. Все, больше здесь ничего нету. Только осталось ящики эти обыскать. Бумага. Пусто. Пусто. Книга. И газировка. Все, прекрасно. Можем идти. Воу! Что это было? Мы иногда проваливаемся сквозь землю. Ничего. Это просто Астрид еще не до конца выздоровела. Что ж. Револьвер в руки. Ух. Получается, у Молли целых два ружья. Одно из них сломано. Метки ведут к амбару. Ой, блинушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Вот генератор, кстати. А где метки? Я не вижу ни одной метки. Минус 30. Тут где-то был контейнер, я помню. В прошлый раз. Кстати, не думайте, что я забил на прохождение испытания. Я пройду его, как только мы закончим с этим эпизодом. Просто он новенький, свеженький, интересно, что тут в итоге замутили. Ладненько. Но я-то знаю, где амбар находится. Мне можно метки вообще забить. Болт на метки. О, трава. Very nice, very good. Если, конечно же, они не переделали эту карту целиком и полностью, я должен, в принципе, спокойно дойти. Это все надо собрать. Астрид, я передаю тебе знания, которые Маккензи накопил за все 5 лет игры The Long Dark. А именно, брать камешки очень важно. Вперед. Астрид на помощь. Да-да-да, Астрид уже замерзла в какашку просто. Мы как-то... Да, мы здесь. Мы правильно пришли. О, май гад. Есть что? Чуть лакомый. Лакомый, нет ничего. А почему у меня патроны не до конца заряжены? Что за фигня? Я что, стрелял? Я же не стрелял никуда. Идем не сын. Вон там, я вижу, просвечиваются деревья. Вот еще деревья. Где-то вот тут будет амбар. Я сейчас сдохну. Надо бежать. О-хо-хо-хо. Амбар! Где амбар? No! Волк! Черт! Я просто сейчас возьму и сдохну. Я прям сейчас сдохну. Ладно. Я сдох. Вошел во тьму. Сорян. И, конечно же, я опрометчиво поступил. Больше так не буду. Костер, быстро. Давай, сволочь. Вот, вот, вот. Зажечь. Давай, я же девушка. Костер, помоги мне. Я беззащитная девушка. Сволочь. Ой, никто не слышит, как Астрид ругается. Давай, тварь. Обещаю, если ты загоришь, я не буду тушить тебя по-пионерски. Пожалуйста, пожалуйста. Как у нас по ощущениям? Плюс 6. Фу, можем отогреться. А я почему-то... Все еще коцаюсь. Видите, я коцаюсь. Почему я коцаюсь? Я же стою, греюсь. Так, смотрим, какие у нас есть припасы. У нас 0,5 литров воды. В целом, не дурно. Да, почему я коцаюсь? Давайте воды забабахаем в нем. 2 литра. Сколько будет делаться? Неважно. Пусть делается. До расплавления 54 минуты. А-а-а. Тогда нужно добавить древесину. Ой, я те дрова не поднял, вы дурак. Ладно. Давайте и книгу пусть сожжется. Такое ощущение, что я не успею просто даже расплавить. Что только до расплавления 47 минут. Очень странно. Посмотрите, я до сих пор коцаюсь. Но почему? Ведь по ощущениям плюс 6. Смертельный холод. Да нифига не смертельный холод. Я спокойно себя чувствую здесь. И, кстати, смотрите, я даже не могу подождать. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Вот, хорошо, я отошел от огня. Подхожу. Все. Набирайся, тепло. Я понял, что я занимаюсь какой-то ерундой. Просто взять. Просто поднять. Все. Забей костер. Идем обратно. Подбираем шиповничек обязательно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Где там лежали дровушки? Вот они где. Отлично. А теперь обратно в подвал. Погреемся возле трупа. Он все равно теплее, чем на улице. Эй, руки убрал? Ты какой? Просто скажите, что можно взять и поспать. Да, здорово. Сейчас отдыхать нельзя. Тварь. Ну, по крайней мере, я немножечко сейчас отогреюсь. А можно ли подождать? И подождать нельзя. Ладно, постоим немножко возле печки. Погреем жопку. Не смотри на меня так, кресло. Не смотри на меня. Я не буду с тобой общаться. Кресло, не смотри на меня. Как дела, кресло? У тебя горячая попка. Как ты смеешь кресло... А, ты имеешь в виду... Да, 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 я же греюсь. Правильно, правильно. Не сиди там возле печки. Лучше присядь на меня и грейся с комфортом. Нет, спасибо, я лучше здесь.
останусь вот так, буду сидеть. Я не смотрю на тебя, кресло, все, я с тобой не общаюсь. А пока мы стоим, пока мы отогреваемся, давайте починим все наше барахло. Посмотрите, какое у нас разорванное действие. Ремонт. Немножко отремонтировали. Вот как-то так. Этого чертовски мало. Ну ладно, пошли. Не бойся, Молли, я иду на помощь. Предлагаю все-таки отыскать ее метки. Понять, что это, как они вообще выглядят. Вот мы вышли. Где же твои чертовы метки? Я не вижу никакой метки. Стоп, вот. Хорошо, раз метка. А дальше, блин, куда? Ладно, давайте просто идти вдоль забора. Метки, метки. Неужели они переделали карту? Неужели амбар теперь здесь где-то будет стоять? Щит. Песик! Песик! Не трогай меня! А! Пошел! Быстрей! 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 Есть! Амбар в другом месте стоит. Но это даже другой амбар, не тот. Это сюжетный амбар. Она била лидера волка. Где? Это что, проверка? Это была проверка? Она сумасшедшая. Hello? А, алло? You? Это ты? Молли? Молли? Yeah. Она самая. Look, sorry, прости, что сбежала, но я просто не могла рисковать и ждать. Одна из этих тварюк все-таки залезла в амбар. Спаслась чудом. Оказывается, прошлым летом я оставила здесь лук. Совсем забыла. Ладно, об этой мразе я уже позаботилась. Молли? Я была в вашем подвале. Right. Ясно. So, и что? Я нашла там тело. Черт. Молли, кто? Кто это? Тебе лучше не знать. Сказал же, не лезь в мои дела. Бич. Старая листовка с приглашением на какое-то городское собрание. А сам город, похоже, где-то недалеко. Если Маккензи удалось выбраться, он мог пойти прямо туда. Отлично, здесь сейчас мы лук добудем. Ура! Как у нас здесь по погоде? Минус 3, я подох. Я сдох нафиг. Сдохну к чертовой бабушке. Что, где здесь можно снять? Новый брайн-спот, прикольно, можно отогреться будет. Может быть, это и сделать, сейчас попробуем. Потому что обратно мы точно не дойдем, тут даже кровать есть. Какая задача у нас? Найдите перепутье Томпсона. Окей, мы можем туда поспать здесь. И здесь, на сеновале, можем поспать. Ну, здорово. Ладно, разжечь. Получается, все, мы не будем возвращаться к ней домой. Come on, little fire. Come on. Давай, огонек, давай. Она решила более ласковую методику, нежели Маккензи применить. Я обычно кричу на костер. Отлично. Я кричу так по-мужицки. Что-то как баба, быстро. Быстро разгорайся. Опа, есть. Еще. Ткань. Ладно, давайте-ка сон часок. Ой, костер потух. Быстрее просыпайся. Поел. У нас трута нету теперь. Черт. Пойдем сюда, будем труд. О, есть, смотрите. Лампа, которую нельзя взять. Но почему? Найдите перепутье Томпсона. Я даже не знаю, где это. Ну, здесь и всего. Можно жить. Места, предметы, действия. Карта у нас есть? Карта есть, да. Все. Это дом. Это, а вот строение в отрадной долине. Окей, хорошо. Нам нужно вот сюда травма, почему-то написано. Чтобы увидеть подробности, нажмите J. Молли спасла вас от неминуемой гибели. Одна из местных хорошо знает регион. Окей, хорошо. Итак, труд. Я думаю, нам стоит переждать ночь здесь. Ой, блин! Да что ж такое? Я быстрее все палочки собрать. Абсолютно все палочки собрать. Домой. Слитый патрон. Прекрасно. Окей, нужно попить скорее. Веточка. Действие. Собрать. Давай шустрее, Евгений. Мы сейчас подохнем. Подохнем. Разжечь. Окей. Добавить. 1:30. 2 часа. Положить котелок. И как раз таки можно всю нашу воду вскипятить. Закипание 54 минуты. А пока мы здесь, давайте изучим карту подробно. Нам нужно пойти тупо по дороге. Это хорошо, это мы можем. Это звучит просто. А, посмотрите, вот дорога, которая прямо к вышке ведет. Очень удобно, кстати говоря. Можно будет воспользоваться потом. Сейчас точно можно поспать. И вода готова. Блять. Котелок поднять прямо, да, прямо с огня. Какой горячий. Положу в себе карман. Далее нам нужно обязательно починить наше шматье. Вот это, например. А, не можем, ткани нет. О, почему так? Почему? Когда мне нужна ткань, тебя нет. Ткань, тварь. Тебя на ткань пустим. Чиним курточку. О, уже неплохо. О, нет, костер. Костер. Скорее, палки добавить. Добавить, добавить. 20 минут всего. Это, конечно, очень мало. Ладно, давайте просто спать. Поспим. 4 часа. Мы можем спокойно проспать всю ночь и даже не подмерзнем. Всего лишь минус 2, это фигня. А, и как жалко, что волка собрать нельзя. Смотрите, он вообще отличается от других волков. Что ж, будем надеяться, что на улице нормальная погода. Как дела? Минус 34.
Минус 30, гребаных 4. Если я здесь еще останусь, все, кранты мне. Давайте, тут должны же быть какие-то машины. Вон машина. Будем так, перебежечками. Ну-ка, можно открыть? Давай скорей. Как же быстро я мерзну. А здесь у нас по ощущению минус 13. Вообще не лучше. Ну, нет, конечно же, лучше. Но могло бы быть и лучше. А, у нас теперь показывают, где мы находимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне не нравится. Обратно. Побольше палочек. Раз взять, два взять. Все палки забрать. Обратно в ангар. Вкусный кролик. Ладно, не будем его жрать. Тебе повезло, кролик, я добрый. Но пока что. Как только я захочу выжить, я перестану быть добрым. Черт, 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 черт. Ладно, давайте будем по часику спать и смотреть, как там дела с погодой. Потому что если будет день минус 5, минус 10, мы сможем, в принципе, добежать. Уже не сможем. У нас, смотрите, сколько тепла. Ну, 17, тварь. Это потому, что я хард поставил, да? Поэтому игра. Ты поэтому так делаешь со мной. Придется разжечь костер. Пробуем еще раз. Минус 15. Мишка, ты какого хрена тут делаешь? Это сюжетка, вообще тебя здесь не место. О, кедровые дрова здесь. Давайте еще час поспим. Погода должна восстановиться нормально, ну лето хотя бы должно наступить. Все, it's okay, it's okay. Теперь выбора больше нет, просто раз вышли, значит пошли. Минус 19, еще хуже. Надо было идти, когда было минус 15. Мишка только вот дошел до дороги за это время. Ну ты жирный, конечно, расторопный. Ладно, побежали. Я уверен, если просто будем идти упорно... У нас 100 хп, да, 100%. Идем и не ссым. Идем и не ссым. А, грибочки. Скорей. Хорошо, что ветер не идет. А ты что такое? Что? Тюремщик? Твою же мать. Мистер тюремщик, что у тебя есть? Обязательно прочитаем чуть попозже, но я надеялся что-нибудь более... Самодельный нож. Very good. Скорей, по следам. Будь так надо, чтобы игра нас вела, и тогда мы выживем. Оно шло сюда. Еще один труп. Прекрасно, патроны. Да, 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 и хорошо, что я сюда пришел. Очень хорошо. Пустая баночка. Камешки. Отлично! Стрела. Ладно. Сейчас я пока не могу читать. Очень не могу читать. Но труп молодец, он успел перед смертью написать что-то. Предсмертную записку. Как хорошо набрались всякого барахла. Присмотрим. Да, вот сейчас мы вот так сократим. О, глубокий. Давайте в руку возьмем вот это вот. Бежали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Гребаный ветер поднимается. Мы можем здесь пройти, чуть-чуть сократить даже. Ой, ё-моё, волки общаются. О, ё-моё, ветер поднимается. Ой, ё-моё, я уже обморозился. Надо чекпоинт сделать. Небольшой привал. Олень, где тут привал? Ну постой, подскажи, олень. Он ведет меня. Да, он не убегает от меня, он именно ведет меня к привалу. Он шарит. Ты шаришь, олень? Да, я шарю, Женек, быстрее за мной. Не Женек, а Астрид, между прочим. Срочно взять мох, подобрать обязательно. Ну-ка. Да, олень и правда шарил. Быстрей. Теперь скорее добавить, да. Чтоб два часа мы прекрасно себя чувствовали. Как у нас по ощущениям? Плюс 7. Ладно, это ж хоть что-то. У нас еще много времени до того, как стемнеет. Давайте просто ждать часик. Все, давайте быстрее, чтобы экономить время. Надо сбегать прям с горки. Да, олень? Блин, напугал меня. Здорово, мы вышли на дорогу. О! Провалился под снег. Очень глубокий снег прям. Дым. Может, это общественный клуб из листовки? Да, я вижу. Я вижу дым. Сейчас пойду. Так, хорошо, есть. Пусто, блин. Чертов пустой грузовик. Ну, скорее, Астрид. Смотрите, тут дома стояли. Их убрали, что ли? Шахтерский городок. Или был когда-то. Да, они убрали их нафиг. Вот только осталось здесь. А, газовая станция. Это прям они здесь город целый сделали. Должно быть, это общественный клуб. Давайте быстрее пойдем вступим в него. Что в машине? Да почему вы все пустые? Тук-тук-тук. Кто здесь есть? Быстро! Кстати, не могу пистолет взять в руку почему-то. Но обыска... Слышали? Слышали? Там человек. Пока никто не знает, что я здесь, я граблю. Нет выбора, я должен выжить. Все заберу. Барахлишко, патроны для револьвера. Что еще? Что еще? Книжки. Все забрать. Приемник. Труд. Так, я кого-то вижу. Здесь... О, здесь люди. Нифига себе. Ну что, заходим? Друзья, на этом мы с вами закончим. Я решил закончить видео на такой интриге, потому что я сволочь, я люблю портить ожидания и заставлять ожидать еще больше. Узнаем, кто там за этими дверьми в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, потому что это необходимая вещь, чтобы вы получали уведомления о видео. Ну а на сегодня все. С вами был Юджин. Огромное всем спасибо еще раз за то, что были со мной. Обожаю вас всех, люблю, целую, обнимаю. И, конечно же, ау. Чертовы руки, у меня наушник слетел, ухо отодрал случайно. Короче, петюль напоследок. Да, вот оно. Вы готовы? Раз, два, три и пять!